На торжественном вечере в ДК «Юбилейный», посвященному знаменательному событию 100 лет со дня образования школы номер 3, собрались педагоги, ветераны, ученики и выпускники. Вспоминали лучшие моменты из истории школьной жизни, любимых учителей. Тысячи человеческих судеб прошло через это учебное заведение. Это событие значимо не только для нашей школы. 19-й год стал точкой отсчета всего образования нашего города. И да простят меня коллеги, все, что сейчас лежит в основе наших образовательных процессов, школа города, имеет свои корни, свое начало в педагогическом коллективе Пушкинской школы. С первых дней существования профильные классы мы давали профессию, путевку в будущее вместе с аттестатом всем практически профессиям, от плотников и электриков до педагогов и менеджеров по рекламе, от эстетических классов до спортивных, патриотическое воспитание. Школа одной из первых, сразу в послевоенные годы были сформированы экспедиции по местам боевой славы. В этот вечер вспомнили историю школы, учителей, директоров, которые стояли у истоков учебного заведения. Выпускников, которые впоследствии стали деятелями искусства и культуры, лучшими представителями промышленности, экономики нашей страны. В адрес юбиляров прозвучало множество теплых слов и пожеланий. И, конечно же, многие из гостей пришли не с пустыми руками. Школа номер 3. Учителя и ученики. Выпускники и ветераны, примите искренние поздравления от учредителя Центра здоровья и отдыха «Воткинские термы» Юрия Федоровича Пычкова. Школа номер 3. Ты храм знаний, но и, конечно же, ты добрый дом для тех людей, кто любит, кто любознателен, кто целеустремлен, кто любит творчество и, конечно же, занимается спортом. Мы пришли сюда не с пустыми руками. В школе номер 3 уже стоит цифровое пианино, которое будет радовать вас. Очень хочется сказать, что не одну сотню лет, дай Бог, творчества вам и всего самого замечательного. Поздравляем с праздником! Прошло 100 лет, но облик внешний и внутренний не изменился. В школе все так же комфортно, красиво, чисто и уютно. Педагогический состав хранит традиции учебного заведения, идет в ногу с 21 веком. Внедряются новые программы, технологии и инновации. Я всех вас искренне поздравляю с этой знаменательной датой в жизни нашего города, со столетием школы номер 3. История вашей школы уходит в далекий 1919 год. Именно с него началась история образования города Воткинска. Вы первопроходцы по выпуску образцовых спортивных эстетических классов, по открытию групп продленного дня, обучению рабочим профессиям, созданию воспитательных систем. Столетие школы – это солидная дата, но возраст школы измеряется не годами, а трудом многих поколений педагогов, которые создавали славу школе, творили ее историю, дорожили ей. За заслуги в области образования и воспитания подрастающего поколения, плодотворную работу в организации совершенствования воспитательного процесса в связи со столетием основания школы номер 3 педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. В связи со столетием основания школы почетные грамоты Министерства образования и науки Удмуртской Республики награждаются. Учитель английского языка Анна Викторовна Глазырина. Выпускники, учащиеся, педагоги школы порадовали гостей концертными номерами в самых разных жанрах, удивляя своими творческими способностями зрителей. Праздник удался на славу, и память о данном торжестве останется на долгие годы в сердцах жителей Воткинска. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Воткинский.